Всем привет, вы на канале Фантом 495, и в этом видео мы с вами сейчас заберем скинчик на Бель, посмотрим, что за он, посмотрим, как он себя ведет в бою, на анимацию и прочее, и тому подобное, и так далее, и т.п. Значится, где у нас Бель? Вот она, наша Бель. Кстати говоря, это видео, скорее всего, выйдет после видео по сквику, которого я выбил с первого бокса, я надеюсь, вы его уже видели. Значит, берем, сразу же выбираем Бель. Во-первых, давайте, конечно же, по стандарту, перед началом, перед тем, как мы заберем наш скинчик, топовый скинчик, да, обязательно проставляйте лайк под это видео, обязательно подписывайтесь на каналчик, про колокольчик тоже не забывайте, потому что у меня сейчас очень много стримчиков выходит, но, к сожалению, посещаемость на стримчиках такая себе, очень мало людей приходит, хотелось бы немножко побольше, поэтому жду вас всех тоже на стримчиках, стримчики я публикую инфу по стримчикам за сутки до их начала, поэтому, опять-таки, обязательно всех вас жду, ставим лайки, подписываемся. Буду очень вам за это благодарен. Значит, все, погнали, забираем. Полетела наша Бель. Полетела что-то не... Вот она, полетела наша Бель. Скинчик, сразу говорю, четкий. Ну, по крайней мере, мне он нравится, да. Скинчик неплохой, особенно для Brawl класса. Вполне себе. Сейчас мы, конечно же, сравним ее с обычным, ее, скажем так, внешним видом, с ее обычным скином. То есть вот у нас обычный скинчик. Какая разница? Разница в том, что у нее, во-первых, все золотое. То есть золотые очки, золотые сапоги, ботинки, да. Какие-то на ремне золотые бляшки, вот эти вот подтяжки, всякое такое. Снайперка вообще просто офигенно изменяется после этого скина. Ну, то есть вообще несравнимо с этим. Вот этот скин намного круче, чем основной ее прикид. Кроме того, шапка вот какая-то еще тут у нее. Ну, снайперка, вот чисто ради снайперки. Смотрите, какая офигенная снайперка, да? Снайперка просто четенькая. Вот эта снайперка так себе. Это даже, ну, блин, такое себе. А вот это вообще пушка просто. Короче говоря, хорошо, выбираем этот скинчик, выбираем персонажа. В обычные, конечно, кубки я не пойду, потому что я не хочу ни сливать, ни набирать. Чего как раз, кстати, смотрите, как все идеально сошлось. Одиночный шедевр кандидата дня у нас сегодня. И, соответственно, погнали. Сегодня я, если что, записываю это после стримчика. У меня в планах сегодня сделать просто кучу... Ой, секунду, микрофончик вот так вот. Опа. Вот все. В планах просто сделать кучу огромнейшую видосов всяких. Так, куда ты пошел? Куда ты пошла, родимая? Ну нет, 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 нет. Ну нет, я так не хотел сделать. Ладно, делаем так. В планах просто куча планов на видосы, а именно... Открытие сундуков, как вы знаете, у нас выпал сегодня, короче, нам не повезло сейчас совсем. Как вы знаете, у нас сегодня выпал сквик, так, и я хочу на других аккаунтах, на других аккаунтах тоже хочу пооткрывать сундуки, потому что там тоже чутка есть сундучков, я обязательно их открою, собственно, с вами, ну, точнее, вы уже будете смотреть, я открывать буду без вас. И выложу видосики, если там что-то будет. Я надеюсь, там что-то будет. Может быть, конечно же, не сквик, но хотя бы кто-нибудь. Короче, давайте мы сейчас не будем заостряться на ШД. Просто посмотрим на атаку нашей Бель. Значит, во-первых, что мы видим? Это вот такая вот пулька, золотая офигенская пуля. Капкан вроде как обычный. Анимация вот эта вот просто офигенская. Вот эта вот золотая четкая анимация просто топчик. Просто топчик. Мортис крыса забирает. Ну, это стандартное для мортисов, скажем так, звание. Дважды, короче, дважды нас зафигачил Мортис, и дважды они крутятся. Вот это очень бесит, потому что, ну, типа, было бы чем, бляха, мог гордиться. Типа, ну, убил ты меня, и что? Типа, ну, это, можно сказать, контра, скажем так. Пофигу, короче говоря. Еще разок сгоняем, еще разок посмотрим. Давайте вот сейчас уже нормально попробую поиграть. Ой, нет, нормально тут не поиграешь. Нормально тут не поиграешь, к сожалению. И это печально. Вот кто вот это вот... Не хочется выражаться, но кто вот это вот все придумывает, вот эти дурацкие карты. В общем. Вот такой вот скинчик, да. Видео я не буду затягивать, давайте еще раз, может хоть раз попадемся на нормальную карту, на которой можно без этих трамплинов, без телепортов, без всякой этой фигни поиграть нормально. Попробуем, по крайней мере, найти такую карту. Да, спасибо, спасибо за нормальную, в кавычках, карту. Ладно, примат какой-то лошарик попался, но ему еще не повезло с двух сторон. Короче, как-то так. На анимацию мы посмотрели, на внешечку мы тоже посмотрели. Давайте еще раз зайдем сейчас по-быстрому, просто очень быстро. Я не хочу затягивать сильно видос. В пещеру зайдем, просто хочу более подробно рассмотреть анимацию. Именно особенно ульты хочу рассмотреть. Ульту хочу рассмотреть. Так, значит, пулька вот такая золотая офигенская. Очень мне нравится анимация вот этого вот... штуки вот этой, которая кружится вокруг роботов после удара. Очень жалко, что она наносит дамаг больше, чем хпшки у робота. Очень жалко. По ульте что? Ульта тоже, в принципе, прикольная. Золотая, давайте еще раз посмотрим на нее.
Ну и, соответственно, вот такая вот ульта. Прикольная тоже золотая, все золотое, все четкое. Все, будем заканчивать с этим видосиком. Я скин мне нравится. Скин четенький, особенно для Brawl Pass. Чисто такое мое мнение. Пишите в комментах обязательно, как вам этот скин, нравится ли он. Если он у вас, покупали бы Brawl Pass. Вообще, выбили ли вы нового перса, вот этого сквика, так? Все это пишите обязательно, не молчите. Потому что, когда ничего не пишут, это неинтересно. Нужно общаться, нужно что-то рассказывать, показывать и так далее и тому подобное. Особенно на стримчиках, когда вы приходите и молчите, это не круто. Если вы приходите на стримчики, то пишите что-нибудь, пожалуйста, не молчите. Вот, это такое небольшое вступление, собственно, на этом будем заканчивать. Повторюсь, подписываемся на каналчик, лайк не забываем проставлять, потому что это очень важно, потому что каждый ваш лайк зависит на мое желание. То есть вот есть видосики, да, под ними вот, допустим, 100 просмотров, да, и всего лишь каких-то там 10 лайков. Ну как так? Это вот просто сразу же не хочется после такого снимать, потому что, ну, обидно немножко, понимаете, да? Прошу каждого не полениться, это же несложно, просто нажать, спуститься вниз под видосик и поставить лайк, это очень важно. Все, не буду затягивать, всем спасибо, всем до следующей серии, до встречи, всем пока.